Ну что, ребят, всем здравствуйте, всех приветствую. Мы продолжаем проходить Dead Space 2. Не видел прошлую серию, посмотри. Вот говорю, блядь, возьми, зайди и обязательно посмотри, потому что очень интересная игра. Ну, мне пока нравится. Всяких много прикольных новых, новых фишек добавили сюда в эту игру, да, новых механик даже каких-то. Вот, поэтому посмотри с самого начала, ссылка в описании находится на плейлист, да, с полным прохождением данной игры. И вверху справа там находится подсказка на прошлую серию, да, и на плейлист с полным прохождением данной игры. Вот, поэтому также давайте меньше слов, больше игры, да, поэтому Саш подобный, надевайте пледик обязательно. При этом пить тут кушать, прячь пить как пить или пить воды при этом просмотре. Мы, собственно, продолжаем проходить данную игру. Так, ну что, мы с тобой здесь все прокачали, да, собственно. То есть у нас вот так, смотри, по Патрикам ничего не изменилось. Вот это, смотри, вот эти два оружия у меня будут второстепенные, да. Вот, но это я буду, наверное, часто использовать. Это не очень часто, это часто буду использовать. Это будет у меня основное оружие, это основа, ну, доп к основе, понял? Типа, когда вот тут патроны закончатся, да, либо у меня оружие разрядилось, например, да, во время какой-то бойни, я взял, опа, снайпу, и все, и пошел. Вот так вот. Так, сюда это хорошо, что мы сюда с тобой зашли, слушай. Как ты помнишь, мы с тобой дошли до церкви, да, церкви с обелиском. И для меня это очень странно. Кстати, читальный зал. За этой дверью расположен читальный зал. Помещение, где верующие отдыхают и медитируют. Айзек, я знаю, ты видишь символы тоже. Они что-то значат. Да, я вижу символы. Мы для них угроза. Я знаю, мы должны действовать вместе. Работать вместе? Кто они? Дейдман? Строс? Строс, отвечай же! Спасибо, что послушать. За этой дверью расположен читальный зал. Помещение, где верующие отдыхают и медитируют над учениями церкви. На полках размещены тщательно отобранные духовные материалы и полезные наставления по технике медитации. Пожалуйста, уважайте святость этого места, соблюдайте тишину и ведите себя достойно. Слияние двух истоков. Из откровений нашего спасителя, Майкла Альтмана, мы знаем, что все формы жизни во Вселенной тесно взаимосвязаны. В конечном итоге все сольется воедино. Будет только один разум, одно тело, один голос. Переплетенные витки обелиска являются наглядным тому подтверждением. Мы же в свою очередь воплощаем созданный им образ, переплетая руки и складывая пальцы вместе. Этим священным церемониальным жестом мы приветствуем друг друга и начинаем все наши церемонии, обыденные и особенные. Понятно. Здорово, что могу сказать. Как будто это должно, да, открываться. Ладно, нет, не должно открываться. Короче, видите, тут в честь обелиска, вот этой темы, которую мы в первой части с вами хотели уничтожить, в честь вот этого обелиска сделали какую-то церковь, поклоняется, что верит, что это что-то высшее. Ну ты кто? А, это этот? То есть, ну, служил, так понимаю, правильно? Понятно. Так, ну, поехали, короче, с тобой. Сейчас у нас еще один с тобой узел есть. Так. Что же мы с тобой прокачаем? Здесь смеху прокачивать, конечно. Его прокачать можно, но тоже там пустое все. Детонатор спецназа мой. Объем, да, вот это было бы заебись, конечно. Либо сюда объем можно, потому что, смотрите, X нет смысла сейчас прокачивать дальше, да, то есть здесь дальше вот воздух идет, урон и тому подобное.
Давай мы с тобой вот эту тему, я ее снайпу называю, что, ребят. Объем, да, возьмем, или перезарядку, давай объем возьмем. Да, чтобы побольше у нас был объем с тобой. Вот. 6 теперь вместо 4. Заебись. Так, давай сохраняемся и идем сразу next. Глава 4, кстати, у нас тоже глава 4. Интересно, эта игра... блядь, что? Эта игра такая же будет, ну, такая же длинная будет, как прошлая. Как прошлая часть или нет? Просто, чтобы вы понимали, Dead Space, ну, первая часть Dead Space, пока что самая длинная игра, которую проходил на данном канале. Ну, реально, можете зайти в плейлист посмотреть. Можете зайти в плейлист, посмотреть и убедиться в этом сами. Поехали, шлем сюда. Ебать. Старый. Сообщением из собора во время прошлой воскресной службы у них были отмечены сразу два декомпрессионных скачка. Первый серьезным не назовешь, он всего лишь задул несколько свечей, чем даже добавил нотку драматизма в проповедь пастора О'Брайена. А вот второй жестко хлестнул по барабанным перепонкам прихожан. Некоторых пришлось даже отправить в больницу. Это было уже не кстати. Погружение сюда прям максимально. Ну или около того. То есть я прям погружаюсь в эту игру. Не знаю, как вы, ребят, напишите в комментариях. Но я надеюсь, что вы тоже погружаетесь в эту игру. Добро пожаловать в зал единения. В этой удивительной библиотеке собраны копии священных текстов церкви. Наши ученые часто собираются здесь, пытаясь познать великие тайны черного обелиска. Обратите внимание на замысловатые узоры витражей, отлитых из просеянного вручную песка титана. Поехали. Ой, никуда, никуда. Давай, 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 давай. Что, нормально все? Все хорошо? Ну, я надеюсь, да. Бля, вот здесь сейчас точно. Ребята, здесь, мне кажется, сейчас будет прям бомбяо. Да, здесь будут две эти темы точно. Ну, вот этих монстров два точно будут. Вот эти два монстра будут 100%. Бля, ну ладно, погнали, что потихонечку. А что он не хочет? А что не падрики просто так, чтобы просирать? Говорю, хорошее... Это хорошее оружие вообще, очень хорошее. А, да? О, я ж тебе говорил, я ж... Читаемая тема. Раз, ушел. Смотри, второй пойдет. Смотри, смотри, идет, 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 идет. Давай, давай, давай. Бан. А, тебе похуй? Вот играем. Я же сразу сказал, ребят, логично максимально было. Это надо приберечь на всякий случай.
Трон не тронул. Ебать, что? А в чего-то двое-то на? Ты не расскажешь, блядь? Я так и думал, что здесь будет бойня, вот эта вся хуйня, блядь. Нормально, блядь, чисто такое. Просто двое схуяли-то появилось здесь, их нормально. Ну ладно. Бывает. Бывает. Так, нам с тобой куда? А нам уж сюда. Так, это короче, мы с той девушкой, да, встретимся? Да, вот это, кстати, криповая тема была сейчас. Иди нахуй. Интересно, для чего эти решеточки здесь? Интересно даже, да. Да-да. Очень интересно, ребята. Очень интересно. Послушаем. Сбивать тавляж и подключить замки. Это что? А, это где мы были? Ну, там прошли, мы можем здесь пройти, все. Прямой путь просто открыли себе. Бля, ну сейчас здесь, где сейчас пизда начнется, ребят. Где сейчас пизда будет? Да, вот эти решетки, я же знаю, для чего они. Ну, мы все знаем, ребят, для чего эти решеточки, да? Да? Да. Давай, прочитаем. Результат ознакомительного теста фаза 1. Кандидат Кейси Милан, Милом. Стремление к социальной интеграции высокая, покорность низкая, доверчивость низкая, толерантность неопределенность высокая, разочарование в обществе низкое, идеализм высокий, восприимчивость к состоянию транса низкая. Уверенность в своих целях, уверенность в своих силах высокая, стремление к духовному развитию низкая, подверженность пожалуйста, пропаганде. Замените предохранитель в щитке двери церкви созерцания. Акты вандализма в церкви строго запрещены. Сейчас, мать, подожди, секунду. Дочитаю. Подверженность пропаганде высокая. Скорее всего, объект достаточно скоро оставит церковь. Возможно, он покинет систему сразу же после обязательной выплаты десятины во время ритуала посвящения. Мы должны положительно относиться ко всем его дальнейшим действиям в интересах церкви, но нам не стоит рассматривать его как источник прибыли в будущем. Так вот. Вот так вот.
да, давай. Ну давай, блядь. Я ж слышал, нахуй. Да. Бан. Ой, блядь! Иди нахуй. Хорошо. Я услышал вас. Я вас услышал, ребята. Хорошо. Хорошо. Окей, let's go. Это для этих же, да? Блядь, что я сделал? Ну ладно, я использовал. Короче, это, скорее всего, для этих челиков. А давай попробуем? Бля, ну если так нужно, давай попробуем. Сейчас, дайте попробую, ребят. Это же специально для этого сделано, да? Я правильно понимаю? Почему туда вот это те лазеры сквозь вот эту она же тут стояла. Ну вот эта хуйня здесь стояла, и как она про. А, ну. А, ну все, все. Я думал, она сквозь вот эту стену просветила. Ладно. Поиска этот лазер стоял, и он вот эту тему сломал. А, да, блядь, конечно. Расскажи, блядь. Так это мы с тобой читали. Поехали, чё. Вот для этого, ребята, вот так надо было сразу сделать. Тебя не знать, ты меня тоже взял. Вот и все. Не убей мне мозг. Нельзя бегать вечно. Но от боли, да, нельзя бегать вечно. Чего тогда ты бегаешь? А, бля. Ой, это камера, смотри. Ебать. О, сохранялочка. Давай сохранимся, ладно. Так, let's go. Чего? Здесь нам прям какой-то хорошо дают. Здесь ничего. Ну поехали, чё. Ебать, что ты, кто, блядь?
Иди нахуй, бля, тварь, бля! Отъебись! Отстань ты нахуй от меня, блядь! Отстань нахуй! О, блядь! Бля, мужик, ну это, кстати, не очень, ну, как бы, хорошо, ты же понимаешь? Это сейчас было не очень хорошо. Но нам вначале сказали, да, что с ним. Да. Не знаешь, посмотри с самого начала. Я говорю, половица находится в описании. На полном прохождении данной игры. Там и первая часть, да, и вторая часть тоже идет. Есть плейлист со второй частью, с полным прохождением второй части Dead Space. Посмотри, там вначале все сказали. Что с ним и тому подобное. Поехали, че. Ой, доброе утро. Нам, естественно, туда, да, да. А для чего? Знаешь, прямые пути мы себе открыли. Блин, ребят, вот это мне уже вообще не нравится. Большала. Ой, бля. Бля, большая локация мне вообще не нравится, ребята. Вот вообще. Хоть что делаю, мне прям вообще, блядь, не нравится эта хуйня. Бля, нам еще сейчас вниз спускаться. Вы серьезно? Хорошо. А, я тут не смогу, да, ничего сделать. Сейчас все внизу сделаем. Бля, нам еще столько лут дают, бля. Сейчас будет. Сейчас сюда будет месило, я уверен в этом. На, сейчас будет очень хорошо, ребят. Сейчас будет. Добрый вечер. Ну давай, че, погнали. Поехали, чё. Куда нам? Ну, естественно, блядь. Чё-то такое, блядь. Что это за хуйня, блядь? Ну, смотри, что-то светится там. Ну, естественно, да, блядь. Нам, я так думаю, сейчас просто дадут сюда пройти, блядь. Какая-то ворона, блядь. Это босс сейчас, что ли, что, блядь? Поехали, похуй. Ну, бля, естественно. Держись, я попытаюсь открыть все выходы в этой зоне. Давай, давай, блядь. Давай, давай, ёбаный, блядь. Блядь, нам вот туда идти. Ну-ка. Ебаный, ты кто, блядь? Я испугался тебя, нахуй.
Бля, Марсел, ну подойди сюда только нахуй. Отсосёшь-то, блядь. Давай, 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 иди сюда. Блядь. Айзек, боюсь, у меня не получится. Не сейчас. На нахуй, блядь. Давай, давай, побегай, блядь. Разота ебаная, блядь. Давай, давай, побегайте, блядь, мне здесь. Охуеете вы сейчас, блядь. Мари. Бам, блядь. Кто вообще, блядь, такие нахуй? Блядь, я испугался, блядь. Смотри, смотри. Бам, блядь. Как весело вообще? Как хорошо, да, ребят? А у нас хпашек даже больше нет, выкинь. Здорово. Чё это за тварь вообще, блядь? Это птеродактили. Всё, больше нет никого здесь. Дэйна, ты там? Айзек, я не могу разблокировать лифт. Ты там сам сможешь что-то сделать? Конечно. Хорошо, я попробую. Отлично. Как только запустишь его, направляйся в похоронное крыло церкви, а затем вниз в усыпальницу. И запомни... Какие-то новые монстры, блядь, что, блядь? Какие-то птеродактили, что это, блядь, за хуйня, блядь? Птеродактили, хуй знает, кто это, блядь, страус, блядь, типа страус, что-то типа того. Так, нам с тобой вот сюда, короче. Да, да, блядь. Бля, ну я все в аху, блядь. Добро пожаловать в базилику. В этом невероятно прекрасном зале начинаются многие из наших церемоний. Архитектура зала исполнена символизма, а витражи отлиты из песка давно потерянного спутника Юпитера Ио, что делает их поистине бесценными. Наслаждайтесь атмосферой любви и света этой комнаты, как и многие побывавшие здесь до вас. А, блядь, ну давай нахуй. Ой, как не весело сейчас здесь будет. Как нехорошо сейчас будет. Куда нам? Аптечка, нихуя себе. Как сейчас будет здесь весело, ребята. Здесь сейчас будет очень весело. Ну, на всякий так, знаете. А бля, если она маленькая, блядь, будет хуйня это. Я же не знаю, как не смог отступить, правильно, поэтому я. Ой, как хорошо! Не, не так надо, вот так надо. Во, вот так, да. Так заебись будет. Так, ну чё, куда нам с тобой? Нам с тобой сюда, да? Пошли дальше, чё, пройдем. Ты куда у нас будет выход? Это вот сюда, блядь. А, это выход в сейф-зону? Да? Так, это очень хорошо. Это меня очень радует. Благо, что нам дали с вами сейф-зону пройти. Ну, по 1250 они стоят. Ну да, давай продадим, хули. Давай, ладно. Ой, нихуя, что это? Защитный костюм охранника. Так.
Так, чего? Подожди, какие у меня патроны нету? Десятка осталась. У меня 10 патрон. 10-4. Так будет лучше, я думаю. Так, давай сохраняемся. Так, погнали дальше. Чё? Добро пожаловать в магазин подарков в центре Единорога. Что сейчас было, блять? Ха-ха-ха! Кто-то здесь попался, да, блядь? Попался. Внимание! Пожалуйста, соблюдайте тишину во время проведения похоронных ритуалов в церкви. Использование фотовспышек и оборудования для голографической съемки в церкви запрещено. Благодарим за понимание. Да иди ты нахуй, ебаный, блядь. Да, блядь, трэш ебаный. Я в ахуе с этой хуйни, конечно же. Это там была ВПшечка. Я думаю, а чё здесь они лежат так красиво? Ты думал, беспалевно или что, блядь? Знаешь, сколько я таких уже, блядь, видел? Как ты, блядь. Нихуя, блядь, не поверишь. Так, блядь. Была уж только один раз под ёбочкой, блядь. В первой части говорил. Нахуй, лучше на эту тему я не поведусь. Блин, ну прикольно, прикольно. Они, видите, сделали костюмы всякие, ну, такие, с кем-то, не знаю, дополнительными фишками, то есть у нас костюм с дополнительными фишками. Вот. Кто не видел, посмотрите бы первую серию, я там все разбирал и выбирал и показывал. Оружие тоже с дополнительными какими-то типа, ну, фишками, там урон, урон и тому подобное. Разный костюм добавили еще, то есть бесплатный костюм с фишками, они бесплатные, то есть прикольно, это прикольно, хорошо. Все, сейф-зона. Глава пятая, ребят. Уже глава пятая. Давайте мы сохранимся, на этом мы остановимся. Спасибо за просмотр, такая серийка была. Очень интересная, очень динамичная, да. Я даже, блядь, ну, в моменте охуел.
Ну реально, типа, когда типа птеродактиль, не знаю, кто это был, что это за монстр, птеродактиль, чернее, птеродактиль, кто это был вообще, блядь. Вот, ну ладно. Спасибо за просмотр, такая серия была, в принципе, все. Увидимся в следующих сериях. Давайте.